Дмитрий Баулин из Ленинска-Кузнецкого давно мечтал о сотовом телефоне с хорошей камерой, чтобы снимать видео и развивать свое увлечение – монтаж видеороликов. Сегодня его мечта исполнилась. Депутат парламента Кузбасса Дарья Репина в образе Снегурочки в канун Нового года посетила семью и вручила Дмитрию телефон. Акция «Елка желаний» продлится до 28 февраля 2023 года. Загадать желание и написать письмо Деду Морозу можно на сайте акции. Кроме того, любой желающий может оставить заявку, чтобы стать новогодним волшебником и исполнить чью-то мечту.